Привет, друзья! Сегодня я разыграю 370 рублей на Киви кошелек, и ваша задача написать всего лишь 600 комментариев к этому видео, но результат уже завтра в прямом эфире. Мы начинаем, погнали! Привет, пипл, у микрофона, как всегда, бог, и мы на сайте KeyForceDrop.top. И это легендарная вторая часть продолжения ролика, когда я выбил ножик за 21 тысячу. Я его могу забрать, но я этого делать не буду, а сделаю контент. За такое поставьте лайк, и я хочу напомнить, что у меня есть неизменный промокодик, который я использую в каждом своем видео. Называется он GOD, и дает вам 30% к балансу. Также бонусом вы еще можете получить 10% за ник ForceDrop.top в Steam. Ребята, я не устаю повторять, что ForceDrop является одним из лучших сайтов в сегменте русскоязычных открытий кейсов. Поэтому за это лайк, нажимайте колокольчик, и если вам нравится сайт ForceDrop, напишите в комментариях ForceDrop Top. Я лайкну эти комментарии, потому что мне сайтик заходит. Ну, давайте разомнемся на кейсе Steel, он вроде тоже там на арбуз поднялся. Я дико извиняюсь. Ой, пацаны, это было, как всегда, неожиданно. Какого фига-то я звук забываю выключить? Мне кажется, это болезнь каждого пинкейсера. И, типа, так, скидочка еще плюсом, неплохо. Короче, будем смотреть, что нам выпустит, и надеяться на самое лучшее. 21 тысяча все-таки, ну, прошлый ролик вам неплохо зашел. Я сейчас постараюсь сделать трилогию. Постараюсь еще третью часть записать, и, наверное, этом все. Пока что не знаю, как пойдет, ребят, но в любом случае поддерживайте. Если вам нравится, вот что я разделяю на несколько частей, вот мои похождения на форсетке, то есть вот мы 7 тысяч поднялись до 21, как это было в первой серии, гляньте. Но сейчас нужно что-то интересное выбивать. И все-таки хочется, давайте, наверное, ну, рискнуть и открыть вип-кейс, наверное, так. Еще баланс остается, не так уж и страшно, если сейчас выпадет что-то за 2 тысячи. Конечно, будет неприятно, но мы также будем на плаву, это не конец ролика. Я надеюсь, что... Да, это 2000, пацаны, это 2000, гребаных 2000, даже меньше. И непонятно, чего ждать дальше от форсдропа. Если он сейчас еще и сливать будет... Да, он сливает. До ножа нам уже не дойти. Нифига, вот так мы поднялись и резко слились, да. Все бывает в этом мире, все бывает в этой жизни, как говорится. И это печально, потому что надо подниматься, надо что-то выносить, а в итоге мы поднимаем ровным счетом нихера. Давай, ладно, 2000 неплохо. Но тайна, как всегда, советую всем на форсдропе открывать тайна. Просто лучший кейс на этом сайте. Да здесь, в принципе, очень много крутых кейсов. 3200, ну какого хера просто, пацаны, ну... Не знаю, апгрейды здесь тоже офигенные, но они, конечно, могут не давать, как и на любом другом сайте. Отлично, 4300. Я не знаю, нам нужно как-то каким-то макаром дойти до ножа, может быть, фиг его знает. Давайте рискнем, прям хорошо прям рискнем. 5, не 5, 8, давай, 45%, пожалуйста, форс, давай. По-братски, блядь, это пиздец, пацаны. Минус 20 тысяч, походу, да? Блин, тайная, все. Ну подожди, ну мы можем еще подняться. Не факт, что мы сольемся. 3600, блядь, ну с 20 тысяч. Да, ага, 6500. Нужно срочно его апгрейднуть. Прям максимально аккуратно, но апгрейднуть. Давай, братик, не смывай, только не это. Тихо. 8800, все, пацаны, вот это мы продаем пока что. Так, фух. Просто если бы мы сейчас это слили, это был бы пипец. Ролик на 3 минуты, ну как бы такое себе, да? Я водичку пью, вы не обращайте внимания. Говорить сложно бесконечно, но я стараюсь. Так, 5300. Ну давай что-нибудь выдай. Если уж не окупаешь тайны, либо контракт, либо апгрейд там туда-сюда. Умоляю, просто, ну, хорошо падает, хорошо. Именно с контрактов неплохо, да. 10200, самый дорогой нож. Должен. Блять, пацаны, 1000 рублей на балансе. Ну какого х... Да, это я. Это тот самый ютубер, который всирает бабки на кейсах. А вы это смотрите. Черт возьми, минус 21 тысяча. Возможно, я делаю что-то неадекватное сейчас. Я понимаю, ребят, но... По-другому, к сожалению, мне не интересно. Вот я реально открываю кейсы ради удовольствия, не ради заработка. Мне реально нравится, и мне нравится именно так открывать. Вы уж извините. Так, это не мне, конечно же. О, вулканзе, смотри как. Работает еще шансы на обычных кейсах. Ну, типа, если вы депнете косарь, обязательно с моим промокодом, кстати, то... Пиздец, что это? Выпало на 5000 самый бичевский контракт. Просто, может, калаши хоть откроем. Я не знаю, пацаны. Что-то я тильт поймал. Вот знаете, бывает такое. Ничего, никого не трогаешь, спокойно открываешь, и потом резко ловишь вот это вот поганое чувство, называется тильт. Твою мать, ну, колымага, ага, заебиса. Сколько?
5500. Давай еще, еще. Мало мне. С 20 тысяч такое говно. Во, вот это поинтереснее будет, конечно. Давай, 1005 и в контракт. Нормально будет? Давай. 400 рублей. Пацаны, а вот и конец ролика подъехал. А вот он тот самый. Вы его любите, да? Это называется конец ролика. Спасибо вам, кто смотрел видос. Ну, вроде не конец, но это пиздец все равно. Типа, забей. Тут уже явно ничего не выпадет, даже если я буду не на тильте, а просто буду, ну, там, оптимистом. Такой себе. Ну, окей, два апгрейда есть. Плюс 400 рублей. Если мы этот скин можем так апать, то как бы без проблем. По 3-2 соточки я буду апать. Но в один момент он просто не даст, и все. Пока дает. Мы, типа, окей, мы делаем. Но это все временно. 68%. Давай. Дойдем, не дойдем. Вот апгрейд по нарастающей. О, он быстрый. Все, пацаны, не дойдем. Ой, дошли. Да как так-то? Ну, смотри, ну 2000 есть. Типа, на конкурс ее забрать. Тоже такое себе. 21 тысяча минус, пацаны не поймут. Ну и сейчас видос закончим, короче, пацаны, походу. А, вот так вот, значит, на волоске висим. 200. Ну, давай. 3500. Окей. Надо рисковать. 2900. Ну, такой себе риск, конечно, но нормально. Смотри, ну что-то как-то мы на апгрейдах чисто так аккуратненько, но идем потихоньку, помаленьку. 5500. 5500 это ножик. Это 49%. Ребят, сейчас просто все или ничего. С вас лайки. Стой. Все это пиздец. Это открутка, любимая моя. Короче, давайте так. Если вам понравился ролик по данному сайту, обязательно пишите в комментариях. Мы сегодня сделали контент. Force Drop тоже, в принципе, держался бодрячком. Но такое бывает, что не везет. Окей, в следующий раз еще деп, но ножик, конечно, мы сегодня слили. Но краткий ракурс, краткий курс. Какой ракурс? Как не надо играть на Force Drop? Все, ребят, спасибо большое за просмотр. Микрофон был Бог. Участвуйте в конкурсах и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.